Прикиньте, да? Алиса умеет собирать сеты, я в шоке. Прикиньте, Алиса шарит. Я в ахере. Алиса шарит. Всем здорово, дорогие друзья, с вами Даваска, и сегодня у нас необычная рубрика. Сегодня у нас сеты с Яндекс Алисой. Я буду ей что-то говорить, и с помощью этого мы будем собирать сеты. Я думаю, что вам понравится эта рубрика, поэтому не забудьте подписаться на канал, а также поставить лайк этому видео. Всем приятного просмотра, кто кушает, то приятного аппетита. Погнали! Все мы прекрасно знаем, что у нас в игре есть вещи практически всех цветов. Это там черные, белые, синие, красные и так далее. В общем, мы сейчас с Алисой выберем какой-нибудь цвет. К примеру, это будет там или черный, или белый, или какой-то еще, какой она захочет. Потом давайте я буду говорить ей выбирать цифру от 1 до 20 и искать вещь, которую, ну, под нужным номером, именно по порядку. Допустим, мы выберем белый цвет, и она выберет там седьмую вещь. И я буду считать, что, ну, и избранный ей я тоже буду считать. Допустим, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая и так далее. Все, начинаем. Алиса. Алиса. Алиса, ёб твою мать. О, выбери любой цвет. Мне нравится темно-синий. А почему зеленый не подходит? Темно-синий. Окей, так, мы ее сейчас приглушим. Она выбрала темно-синий. По факту мы с этой будем... Первый сетик, который мы будем собирать, в синем цвете. Опять же, у нас есть чисто синие шмотки, есть черно-синие, есть там... мы будем выбирать именно синие, а не голубые и бирюзовые. Все, погнали. Алиса. Слушай, Алиса. Выбери цифру от 1 до 20. 7. Так, то есть нам нужна вещь синего цвета под цифрой 7. По сути, все эволюционные прически имеют синий цвет. Поэтому давайте эволюционные прически тоже будем считать. Так, тут есть, есть, тут нету. Получается, раз, два, три, четыре. Из пропусков тоже где-то вроде бы должны быть синие. Так, ну вот, получается 4. 5. Это бирюзовые, это не то. Так, ну, это тоже можно сказать синее. Хотя нет, это голубое. Там было 5, это тоже голубое. Так, это фиолетовое. 6 это капюшончик. И 7 прям темно-синяя, либо же синяя причесочка. Это вот это. Ну, это черно-синяя. По сути, тут общее черное. Но прически мы будем... брать именно основного цвета. Торсы можно там бело-синий, черно-синий и так далее. Погнали выбирать торс. Выбери цифру от 1 до 30. Выпало число 23. Охренеть, поменьше ты не могла выбрать. Получается синее. Это фиолетовое. Опять же, у нас идет вот этот синий цвет. Это то есть 1, 2... 3 и 4. Дальше идут уже шмотки. Так, тут нету. Нету. А получается, ну, тут все-таки черно-фиолетово. Дальше 5-я шмотка. 6-я. 7-я, по сути. А дальше фиолетовая. 8-я. 9-я, 10-я. Ну, по сути, она фиолетовая. 11-я, потому что основной цвет все-таки синий. 12-я. Так, ага. 13-я, 14-я. 15-я, потому что, ну, все-таки синенькое что-то есть. Дальше 16, 17, 18, 19, 20,
Там бирюзовая была, 21-я, 22-я, вот это, и 23-я, куртка синего цвета. Ну, черно-синяя, она черная все-таки, но синий цвет есть, поэтому давайте оставим. Все-таки у нас будет черно-синий сет, потому что, ну, какая у нас тут синяя шмотка? А, ну вот эта куртка. Пофиг. Окей, по факту это больше синяя, чем торс кролика, поэтому оставляем ее. А теперь выбираем масочку. Тут уже черно-синий и можно. Погнали выбирать масочку. Выбери цифру от 1 до 20. Выпало число 17. А, я в ахере. Получается опять же 1, 2, 3, 4. Тут этого ничего нету. По сути... Нет, это все-таки фиолетовый. Опять же 4. А вот это уже 5. Окей. А нужна 17-я черно-синяя, либо синяя причесочка. Это сколько? 4, 5. Дальше 6, 7. Это бирюзовые. Бирюзовые. Ну, не то. Так, у нас 6. Дальше 7. 8, потому что тут анимация синяя. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Вот это. Окей, она черно-синяя прическа была вот эта. Штаны, опять же, ищем либо... синие, либо черно-синие. Погнали. Алиса, выбери число от 1 до 30. 8. Число 8. Ты же моя золотая. Так, окей. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Вот тут черно-синее 100 пудов должно быть. Так, это не то, не то. 5, это не то. 6, не то. 7. Ну, это не синий цвет. Это прямо не синий цвет. Это тоже... Ну, это все-таки более фиолетовый, да? А вот это синее. Вот это синее. Окей. Осталось выбрать обувь. Опять давайте от 1 до 20. Алиса, выбери цифру от 1 до 20. 4. Ты ж моя золотая. Так, хорошо. Число 4. Обувь 4 цвета. То есть 1, 2, 3, 4. Вот такой вот сет мы собрали с Алисой. Нет, ну, в принципе, интересно, не дефолтно. И более-менее даже все сочетается. Прикиньте, да? Алиса умеет собирать сеты, я в шоке. Я серьезно не думал, что получится что-то годное. Я подумал бы, ну, тут будут вообще какие-нибудь рандомные шмотки. По сути, лично я бы тут поменял только торс, и все. И торс я бы подобрал, где нету вот этого голого торса, а просто такая синяя курточка. И было бы интересно. Первый сетик в копилочку есть, да давайте еще один соберем. Алиса, выбери любой цвет. Черный и фиолетовый. А ваш? Выбери, пожалуйста, один цвет. Либо черный, либо фиолетовый. Я выбираю второй вариант. Вуду кайфанет сейчас. Она фиолетовый выбрала. Вуду. Вуду, ты там не подмазал ли ей случайно, чтобы она выбрала фиолетовый? Окей. Опять же, по стандарту прически, маски, штаны, кроссы до... Нет. Прически, маски, кроссы до 20. А торсы и штаны до 30. Погнали. Алиса, выбери цифру от 1 до 20. 10. Хорошо. То есть нам нужна 10-я фиолетовая прическа. По сути, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я. Пропусков фиолетовых вроде бы не было. Опять же, были там синенькие, бирюзовые... Так, 5-я. Ага, вот тут уже вот эти все прически считаются. Это 6-я, 7-я, ну она белая, фиолетовая.
Восьмая, девятая и десятая вот эта. Ну, по сути, она фиолетовая. Ну, она фиолетовая, окей. Масочка тоже от 1 до 20. Алиса, выбери цифру от 1 до 20. 11. Выпало число 11. Хорошо. То есть тебе нам нужна 11-я фиолетовая масочка. Опять же, 1, 2, 3, 4, 5. Вот тут уже нужно смотреть пропуска, потому что фиолетовые пропуска имеются. Вот. Это 6-я масочка. Ну, по сути, вот это 8-я. Вот это вот. Дальше тут ничего нету. 9-я. 11-я выпала, да? 9-я. 10-я. Ну, это не фиолетовая. Ну, вот 11-я. Окей. А прическа у нас какая была? Вот это. Получается, пока что сет в восточном стиле. Грим мы мучить не будем, поэтому давайте возьмем боях вот этот нет, зло, вот это, все. Так, торс от 1 до 30. Let's go. Алиса, выбери цифру от 1 до 30. 4. Выпало число 4. Неплохо, неплохо. А четвертое это у нас фиолетовое, по сути. Первый пропуск. Это первый цвет, второй, третий, четвертый. Вот этот фиолетовый торс. Нормально. Если она сюда подберет штанишки желто-фиолетовые с пропуска, я встану и буду аплодировать. Потому что это такой рандом. Я просто в шоке. Алиса, выбери число от 1 до 30. 30. Число 30. А вот тут уже возможно есть. Подождите. Так, опять же... 5, потом фиолетовые штанишки, возможно, есть. Но по сути, да, вот это с фиолетовым. Так что это 6. Дальше тут все мимо. А, по сути, вот эти 7, 8. Так, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16, 17, сложно, это мимо, 18, вот эти офигенно подошли бы. Так, это синие, так, 18, ну по сути фиолетовые, 19, не подходят, именно под описание, 19, 20, Где? 21, 22, по сути, они же фиолетовые? Ну да, фиолетовые. Это были 19 или 20? Вот это 19, это 20, окей. 21, 22, 23, 24, нет, они не подходят. Вот эти 24, 25... Не подходит. Не подходит. 26. Тоже мимо. Так, 26, 27. 28. По сути, 29. Нет, эти не будем. Вот эти сосчитаем. 29. И 30. Ну, неплохо. Осталось обувь подобрать. Опять же, неплохо. Но опять же, я бы только торсы поменял и все. Алиса, выбери число от 1 до 20. 4. Число 4. Охренеть. Стойте. Она ли не те самые кроссы выбрала? 1, 2, 3. Да! Прикиньте, Алиса шарит. Я в ахере. Алиса шарит. Вот, возможно, многим вот эти два сета, которые мы собрали, они не зайдут. Но, по сути, тут дефолта ноль. Что в первом сете, что во втором. Но тут я бы поменял либо штаны, либо торс, и все. Но это на таком диком рандоме и настолько два офигенных сетика. В общем, какие-то... Вот какой-то вот такой вот получился видосик.
Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, и да пребудет с вами стиль.